Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Елена Кравченко. И в следующей лекции мы с вами поговорим про новый документ «Извещение о трансферте, передаваемом с условием». Документ установлен приказом 61Н, обязателен к применению с 2024 года. Этим документом мы отражаем расчеты между учредителем и подведомственным ему учреждениями, между отправителем и получателем межбюджетного трансферта. У документа есть сложности и особенности его применения, которые мы рассмотрим на нашей видеоконсультации. Смотрите видеоконсультант.